7 сентября 1923 года родился Эдуард Арташесович Асадов, русский и советский поэт и прозаик. Первое стихотворение он написал в 8 лет и с тех пор не заканчивал творить, даже во время Великой Отечественной войны, на которую ушел добровольцем и где потерял зрение. Его творческие вечера собирали огромные залы зрителей. Его произведения сметались огромными тиражами с прилавков магазинов. Его читали наизусть. Читают ли сейчас Эдуарда Асадова? Спросим у югорчан. Вы знаете, кто такой Эдуард Асадов? Это поэт. А знаете, может быть, стихотворение? Ой, когда-то может, хорошо что-нибудь знала. Вспомните, пару строчек. Что-то там ключи на бочку кинуть. Да, в школе учили. Да. А сможете вспомнить, может, пару стихотворений? Может, нет. Пару строчек? Нет, я же уже старенькая, ну, все забыла. Как? Ну что? Асадов? Да. Нет. Не слышали никогда? Нет. Как фамилия? А? Асадов. Эдуард Асадов. Асадов. Эдуард Асадов. Он прозаик. Прозаик поэт. И поэт. Прозаик и поэт, да. Асадов. Спрошу обязательно в библиотеке. Вы знаете, кто такой Эдуард Асадов? Я не местный. Ну, Эдуард Асадов, это не местный человек. Нет, не знаю. Не слышали никогда такой. Поэт. Поэт. Отлично, это правильно. А, что-нибудь вспомните, что писал? Может, пару строк? Нет, честно, не вспомнил. Ни одного. Читал, но наизусть ничего не знаю. О чем писал? О любви. О любви писал, конечно. О смелости, об отваге, о честности он писал, о дружбе писал. И знаете, он еще писал о том, что нельзя предавать друзей. Это поэт очень известный, знаменитый, с очень чудесными стихотворениями. А может быть, вспомните пару стихотворений? Вы знаете, я его наизусть не знаю. Там я Фета знаю, там Плещеева, Асадова. Ну, читать читаю, но все наизусть нет. Нет. Не слышали никогда? Угу. Вообще? Вообще. Поэт. Фронтовик. Так. Слепой. Слепой, все правильно. Все правильно. Может, вспомните какое-нибудь стихотворение? Ну, наизусть вряд ли, но... Пару строк хотя бы. Рыжая дворняга. Да. Ну, не скажу. Не скажете? Что-то там сатана еще, уходи. Есть сатана. Такое, ну, да. И прозу писал. Хотелось бы закончить строками автора. Что же такое счастье? Все говорят, это страсти. Карты, вино, увлечения, все острые ощущения. А счастье, по-моему, просто. Бывает разного роста, от кочки и до казбека. В зависимости от человека. Помните русскую поэзию. И счастливого доброго утра!